Поехали. Вашей команде нужно достичь следующего этапа. Так, что надо делать? Очки, пока не значит, народ, так как я понимаю, я тут самый продвинутый задрот. В общем, нужно выполнять квалифицированные убийства. То есть подходим к цели тихо, стараемся получить максимальное количество очков. Окей. Если убиваем две цели одновременно, нам дают еще дополнительные очки. Так что удачи, в то время на квадратик нажмем. Ну, да. Больше времени. Окей. И еще, если у вас есть возможность, совершайте добивание на земле. Каждое добивание дает где-то 50 очков, но именно их может не хватить в конце раунда. Понял. То есть надо определенное количество очков набрать, да? Да, вверху показано сколько. Всего раундов 25. Окей, понял. И еще смотрите на компас внизу экрана. Если он начинает светиться, то лучше не бежать, потому что цель в зоне видимости. Да-да-да, я в курсе про вот это. Вот эти двое. Окей, а вот, вижу одного. Так, давай, вместе их. Я беру вот этого. Больше. Вот этого. Ага, молодец. Так, то есть, когда начинает экран темнеть или черно-белый переходит, значит, вы убиваете, да? А, черно-белый, это, по-моему, когда мы проходим уровень. Ага, ну то есть, понятно, в общем, надо... А здесь как-то есть отметка того, что ты убиваешь кого-то? А, нет, какой-то особенной нету. Черт, он убежал. Вот он убежал. Догнать его. И покарать. А ты че это? Карай, давай. Догнал. 50 дали. Отстой. И еще напомню, если может кто не знает, обратите внимание на портрет целей. Когда светится рамка, это значит, что мы находимся в зоне их видимости. И лучше не бегать, а то они могут от нас начать убегать. Ну а да, если, понятно. Если засветился этот задний фон, то мы на расстоянии удара. Надо будет звук потише сделать, аудио, а то вас плоховато слышно. Это я буду тише говорить. И, соответственно, вот эти вот оранжевые полоски около персонажа показывают, насколько они нас подозревают. Доступны новые. Понял. Так, ну что, мы стоим, побежали? Мы, кстати, уже на 7 уровне из 25. А что тут быстро как-то? Так, давайте я среднего возьму. Средний мой. Я даже не добежал, никого не вижу. Мы еще не дошли до них. Осталось 30 секунд. А, 30 секунд. Я уже боюсь. Вот, я нашел две цели. Блин, никого не вижу. Да, кстати, тут еще есть вот такая дополнительная цель, она таймером обозначена. Если мы его убьем, то получим дополнительные секунды. Больше времени. Это 30 секунд. Дополнительная цель убита. Больше времени. Надо бить, надо же 30 очков получить. А зачем здесь превращение? Это так, для разнообразия. Подойдите сюда кто-нибудь, пожалуйста, тут двоих нужно снять. Ну ладно, я одного давай. Держу. Так уж и быть, я подошел так. Так я давай не знаю. Я вот этого возьму, который выделил меня. Угу. Давай. Давай, готов. Нормально. И еще больше времени. Дать. Доступно. Я беру нижнего. А я достиг 7 уровня. Еее. Поздравляю. Я нашел одного. Я, кстати, понял, что забыл поменять набор навыков. Осталось 30 секунд. Убили. О, нам только что дали мультипликатор, или как он там называется. Эй, еще надо одного убить. А, нет, все, окей. Больше времени. Так, сейчас будут, по идее, синхроубийства. Народ, что это такое? Все наши цели будут стоять рядом друг с другом. Нам нужно к ним подойти, залочиться каждому на своей цели.
И затем там начнет тикать таймер. Если мы до того, как время течет, просто нажмем квадрат, не одновременно, а просто нажмем, то нам покажут пафосный ролик о том, какие мы крутые. Окей. А надо заложиться как? L1 или просто подойти, квадрат нажать? L1. Кстати, если зажать L1, то можно... Ага. Вот, я центральный. Давайте, нажимай квадрат. О, давайте, квадрат. Да, ролик. Все, окей. Ну все, продолжаем дальше местную вакханалию. Доступны новые цели. А, то есть опять как обычно, да? Ладно. Да. Следующая синхроубийство, по-моему, кстати, вот тут двое. А, будет на 15, 20 и 25 уровнях. Ай, блин, надымил тут, напердел, засранец. На тебе в лицо. Получи бахарик. Я побегу к нижнему, который и третий в списке. Это, кстати, тоже вот двое стоят. Он меня увидел, засранец. А я не буду тебя, да, старый. Осталось 30. Ой, он меня спалил. Давай, бей его. Главное, что мучить убийство. А добить, как же добить, что сделать. Так, я снова нижнего взял. Так, вот здесь рядом, прямо со мной, я вижу аж двоих здесь. Вот, я вижу это. Кстати, народ, вы можете все залочиться на одной цели, и если кто-то из союзников ее убьет, то вы получите халявные 50 очков за помощь. Осталось 30 секунд. О, боже, давай, я хочу инкогнит. Так, я за дополнительную цель. Убейте еще одну цель. А я инкогнит. Убираю. Вот набрали. Убил. У нас 17 секунд, мы просрали. Не, еще не просрали. А, все, время дали, все окей. Единственное только, вот эта дополнительная цель, по-моему, появляется раз в уровень. Так что если у нас опять будет нехватка времени, то мы можем не успеть. Блин. Он зашел за ящики. Осталось 30 секунд. А, подождите. Там двое их было. Так, вижу одного. Верхний и нижний ходят вместе. Кто-то из них Тамара стопудово. Эй, зачем убили? Новый этап. О, отлично. Где он? Я его не вижу. А, все, окей. Он около меня. Сейчас разберусь с ним. Я его тоже вижу. Ну, типа по лицу. Окей, я к нижнему. Осталось 30. Давайте только синхронизируемся. Не убивайте сразу. А мы можем только на определенном уровне синхронизироваться. Не, вот. Я имею в виду не синхронизироваться, а вместе мультиубийство сделать. Вот, получилось. Меня глушил. Нет, не убивай, прошу тебя. Кто-нибудь возьми кого-то вот этого. Нет, никаких не 10, а 40. Ой, я случайно мигом где-то минуту. Но он, надеюсь, меня простит. Я бегу ко второму бегу. А, не, к первому, все окей. Вижу его. Все, третий, один, пока. 15 секунд осталось. А, бегу, где он? Кто-нибудь может совершить убийство на 750 очков за 10 секунд? А, я не смогу. Хотя могу пытаться успеть. Я сделал. О, красавчик Эрен, успел. Новый этап. Больше времени. Двойные убийства. Фу. Как тут кто-то рядом ходит. Ой, почему он тут собрался? Я бегу к верхнему. Тут где-то один есть. Осталось 30 секунд. Надо просветаться. Возьмите кто-нибудь дополнительную цель. Я сел как раз на нее. Нет. Ну представьте себе, ну возьмите его. Дополнительные цели убьют. Больше времени. Ай.
не покончишь. Поднимайся. Теперь матч. Еще, блин, они какие-то пошли подозревающие тебя, что ты делаешь. Есть такое дело. О, тут, походу, все трое в одной группе. Так, подождите, подождите, давайте все вместе. У нас 20 секунд, я одного взял. Остальные двое, это эти красные шотландцы. Да блин, а нет. Да, вот, ты взял его. Я готов. Что? Убивайте, убивайте, я не успею. Давай. Осталось 10 секунд. Отлично, и вот этого. И еще дайте. Пинка отменного. Эти тоже в одной группе должны быть. Они, кстати, прямо к нам сейчас придут. Да, бежим. Идем навстречу, просто навстречу идем. А нет, вот, вот они все втроем стоят. Давайте возьмите каждый по цели. Я взял крайнего слева. Это меня, понятно. Еще можете подождать, пока кружочек над кнопкой заполнится, чтобы получить бонус. Да-да-да. Я, короче, готов. Ну, ладно, сейчас будем. Сайлинг, давай, нажимай. Погнали. Да тихо убийство. Ура, бежим, бежим, бежим. Нам далеко бежать. А что это было? Времени. Это была дополнительная цель. А, понял. Мы получаем время. Ай, ай, что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем ты спрыгаешь, не хороший человек? Вон они стоят. Так, это уже взяли. Так, мой, вот этот мой. Так, тут все, я смотрю. Я нажал. А, отлично. Еще один ролик. Показалось, что он отвечает предыдущему. Ну вот так. Могли бы побольше анимации сделать. Учитывая, что они большинство движений для всех персонажей группы взяли с предыдущих двух игр. Так, двое нас видят. Вот один идет передо мной в черном. Упс. Я психанул, извините. Мне было страшно. Вон там один, вон один бежит. Новый этап. Больше времени. А, то есть... Было бы еще гораздо легче, если бы я не забыл поменять навык. У меня там есть два яда. Один простой, второй дистанционный. Мы бы тут зажигали конкретно. А они кидаются только на того, кого увидели, да? На других ассасинов они не кидаются? Нет. Один вон нашелся. Вон один. Черт. Ладно, один к вам бежит. Эй, мы убийство, давай, вот. И три. А этот мой, этот мой, этот мой, оставьте его мне. Я кого-то вижу, но в то же время не вижу. Доступна новая цель. Парк, один вот тут рядом есть где-то. Забирайте его, я... Блин, зачем? Я пойду за верхним. Народ со следопытами осторожнее, они обычно с двойниками стоят. Если понял. Если у кого есть навык, денежная бомба, он по идее на кнопке R2 на стандартном наборе, то можете его использовать рядом. И вот сразу знаете. Поймете, кто их кто. Новый этап. Больше времени. Можно же сверху прыгать. Новые цели. Можно. Точно, чуть. Так, я пошел наверх. Я буду верхним бой... Охотник? А что охотники делают? А, там по-разному зависит. Если переключаться между целями, можно увидеть, насколько они хорошо могут замечать противников, какие у них есть навыки. Ай, меня оглушили. Прямо от дерева, как же жестоко, сударь. Один остался. Что, сдох, что ли? Походу, да. Убейте еще. Вижу. Кто ближе? Возьмите я ближе, цель. Я взял. Я своего взял, который около меня. Я за охотником. Крайний сверху. Больше времени. А, черт, я не до того надопал. Вас оглушили. Вот же отстой. Отметил одного, который меня убил. Окей. Залокал, залокал его. Саринекс, давай. А, вижу. Он прямо на меня пришел. И кто-то там бежать думал. Вижу одного.
Прямо передо мной идет. Тот же вижу. Блин, ну как-то плоховато было. Я возьму охотника первого. Он дальше всех. Хорошо, я тут двое вместе ходят, вроде как. Ага, есть такое дело. Я рядом с тобой. Надо на крыше. Так, кто из них кто? А, ну, наверное, там один шпион и один охотник. Охотник, давай, короче, с двойниками стоит. Я право, я право взял. Оптай. Прыгай. Скажи тогда тебе. Давай. Больше времени. Блин, их 4 уже. Ага. Но у нас и времени достаточно, если будем осторожно убийство выполнять. Я третьего беру. Ой, у меня тут двое. Ладно, сейчас помогу, наверное. Да, они меня уже заметили. Вот они. Блин, они меня телепортируются по экрану. Ай, не тот. Ой, ух ты, пока бежал за одну цель, прямо в другую группу попал. Тут двое прямо около меня стоят. А нет, не двое. Блин, как-то маловато. Доступно новые цели. Нам осталось 5 этапов и 1000 штук убить. Двое на нас идут, двое на нас идут сразу. Я вижу, одного взял. Беги. Убейте еще одну цель. Эй, сзади. Осталось 1000. Готово. Таймер. Больше времени. Один около меня. А, я. Да, я не убил. Больше времени. Ай. Убиты. Двое. Отлично. Говёно, правда, но убиты. Ну, как сказать. Учитывая то, что тут даже у компьютерных персонажей не работают дымоухи как надо. Окей, понял. Не жалуюсь. Дымовые шашки — это проблема, которая сейчас в братстве осталась. Так, давайте из стены... А, из стены нет, не получится из стены. Можно сверху, кстати, на забор забраться. И, кстати, тут... Все трое, по-моему. Да, я идите сюда, идите сюда. Я сверху сижу. Поймал! Вот ты. Убейте еще одну цель. Не оглушай. Какое комбо сейчас было. Странное. Ужасное, но комбо. Так, бежим. Да, кстати, народ, еще небольшое напоминание. Если вы пробегаете через вот такие светящиеся ворота, то союзник может спокойно через них тоже пробежать. Ай-яй-яй, он исчезает. Дополнительная цель убита. Больше времени. Снерем с них шкуры! Сюрприз! Такого охотника взорвали. О, еще одного охотника. Охотник. Все ок, получилось. О, о чем я и говорил. Где самые 50 очков на добивание? Я поверху пошел. Они все вместе, наверное, должны быть. Да, они где-то вот тут стоят. А, рядышком со мной. А они под крышей. Вот же отстой, а. Тут их трое. Один лишний явно. Ай! Ну зачем же так жестоко? Уже второй раз подряд меня. Доступны новые цели. Так, бежим. Надо синхронизацию сделать. Тут, кстати, на последнем уровне будет... Они тут стоять. Синхронизация против босса карты, так сказать. Окей. Забирай себе правого. Я возьму крайнего. Ладно, сейчас синкоп не бежим. Синхроубийство выполнено.
возможно. Та же самая анимация. Какие-то ролики одинаковые. Да, есть такое дело. Хотя тут, по-моему, может быть, с того, какой игрок какую цель взял. Нет, без разницы. Ну, я уже третий раз другого не понимаю. В плане анимации, да. Я имею в виду, кто что именно делает в этой одной и той же анимации. Я вот уже какой раз стреляю. Блин, тут два капитана, а как определить, кто из них кто? Макс сзади. А, нет, это Пёрс Энджин был. Я побежал, короче, за ним. Чёрт, не того. Вообще, я могу кидать в таком случае эту денежную бомбу, и NPC просто сразу будет собирать деньги, остальные стоят. Понял. Залочил одного. Телохранитель. Да, телохранитель — это такая штучка. Может спасти жизнь, а может и потратить. Найдите еще одну цель. Я одного залочил, но он меня видит. Так что, это, если что, мой. Вот где, за которым я иду. А я в них секунды, получите больше денег. Ладно, иди по-другому. Упс, убит один. Доступны новые цели. Так, где-то рядом есть с нами маг. Да, вижу, там целая группа. Рекрут чем? А что такое трус? Что за особенность такая трус? Это он, если тебя заметит, будет убегать от тебя. А, есть, понял. Есть такие пацанчики, которые... У меня тут двое. Два брата близко. Нет, он не играл. Не вижу его. Он вроде как бы тут, но не тут. А, все, увидел. Передо мной прям двое идет. Сейчас разберемся. Возьми этого! Наверное. Нет. Капитан обучил. А, нет, тот. Тут еще какой-то очень странный автолог на цели. Ты, короче, возьмешь камеру, правильно? Ага. Слушайте, нам нужно еще 2К очков набрать. Больше времени. 2К. Ну, 3 тихих убийства и готово. Вижу одного. Вот так вот. Осталось 30 секунд. Я зацепался на цель. Убейте еще одну цель. Блин, таймер. Доступны новые цели. Да, я вижу. Дополнительная цель убита. Еще знаете, времени. Что интересно? Когда таймер убивается, начинает играть музыка, как будто ты убил мирного жителя. Ну хрен знает, может так задумано. Скорее не проработано. Осталось 30 секунд. Мы бежали за одним и тем же человеком. Ага, есть такое дело. 20 секунд, 700 очков. В принципе, одно убийство инкогнито из укрытия. И дело в шляпе. Блин, да они там... Их двое идут. Осталось 10 секунд. Вот он. Есть. Да. Это был не он, черт. Новый этап. Больше народ, времени. Нам осталось буквально один уровень пройти. Мы это сделаем. Ой, охотники, мать их, я наверх. Народ, давайте теперь как-нибудь на общие цели идти за мультиубийство, будем очки получать лишние. Тут двое, четверо меня спалят. Тут они все рядом. Просто смерть. Не помню. Ой. Один убежал. Выполняйте добивание, если есть возможность. Блин, это мирный житель был. Какого хрена? Черт, я зафейлил только что все. А где новые цели? Я буду цели. Наверное. Они все в одной точке. Осталось 30 секунд. Это что? Быстрее лейтенантов убивать. Они тут на виду прямо. Давайте, пошли.
Осталось 30 секунд. О, народ, теперь осталось выбрать последнее сильное убийство. Ура! Бежим, бежим, вот бежим, 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 бежим. Воу. Они тут, на виду. Ой, я понял, а может сверху попробовать? Может сверху попробовать, к кому-то не прыгнуть? Сверху давайте. Не получится, ты сдавались сильно быстро тогда. А, окей. Нужно подойти и не нажать, когда таймер появится. Понял, бегу. Ай, они да. Видят меня. Это печально. Меня тоже. Все, отвернулись. Вот я отметил. Подождите, 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 я еще не пришел. А у нас время есть. Начнет, тут не начнется сильное убийство, пока все не подойдут. Ну или кто-нибудь его не завалит. Где там центральная, да? Не-е-е, у меня еще не полный, не полный квадрат был. Круг около квадрата. Ну ладно, важно. Вот это, кстати, босс карты. Которого я сейчас пойду валить. А, валит тот, кто лучший, да? Я так полагаю. Без понятия, честно говоря. Ваша команда завершила сессию в режиме волчья стая. Ну чё, хорошо сработали? Ну конечно, как же иначе. А, тут то есть нету статистики. А, нет, есть у каждого статистика. Есть, но она какая-то немножко такая, не совсем понятная. Да. Вас обнаружили 101 из 112. Вау. Это, по-моему, общая статистика команды. Не чистые игрока. Окей. То есть каждый матч идет примерно 25 минут? Зависит от сложности игроков. Какую же всякой херни мне только не надавали сейчас. Это был мне. Матч-реванш! Через 0 секунд.